Лишился прав сдать документ. Водители, лишенные водительских прав за нарушение правил дорожного движения, обязаны исполнить административные наказания, предупреждает местное отделение ГИБДД. Лица, привлеченные к административной ответственности, которая предусматривает лишение специального права на управление транспортными средствами, обязаны в течение 3 дней со дня вступления в законную силу постановления, вынесенного судьей, сдать водительское удостоверение в отдел ГИБДД. В случае непредоставления водительского удостоверения в отдел ГИБДД данный срок будет прерываться. Если права утеряны, об этом также следует заявить в ГИБДД.